Здравствуйте! Надеюсь, следующие 90 минут никого не оставят равнодушными. Футбол обещает быть интересным. Это говорю вам я, Юрий Розанов, и мой коллега по комментарию Василий Соловьев. Ну что ж, Василий, я думаю, что нам сегодня последнее, чем следует заниматься, это делать прогноз на старте поединка. Да уж, трудно себе представить более равные команды, чем те, которые находятся сейчас на поле. И начинает команда первую половину встреч. Уилшер. А это даже можно назвать и стыком. Ну и здесь уже, конечно, кто ж позволит разбегаться на своей половине поля. Сильва. Пошла борьба. Хороший момент. А это гол. Ну, молодец. Ну, красавец. Вот заряженность, вот концентрация. Вот она, заточенность, если угодно, под первую же атаку с ударом. Пожалуйста, вам результат. На табло он горит. И уже через 5 минут после начала матча единичка на табло есть. Едем дальше. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. Ну а теперь что? Выдохнули зрители, закончилась атака. Ждем новой, теперь уже от другой команды. Начинается она с удара от ворот. Вовремя мешалась защита и перехват. Играючи просто клоуна сделал из игрока обороны. Сильва. Как здорово поле видит этот игрок, а? Он может и сам послать на свободное место, заставить сделать рывок, а может и откликнуться на этот рывок. Вот это матч, вот это игра. Отбились защитники. Практически не поднимая головы. Очень хорошее взаимопонимание. Вот момент. Длительной паузы не будет, но на этот случай пронесло. Опасно, неплохо. Уходит от соперника, как от стоячего. Не дают. И это гол. И это ничья. Агуэра. Полутуре. Реши. Полутуре. Сильва. Ник Ричардс. Полутуре. Культура пас, как говорят, культура игры. Думаю, надо бить и забивать. Спасает голкипер ворот. В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Мяч перехватывает игрок Арсенала. Подолски. Они вроде никуда не спешат, но это они вид делают. Ослабит соперник, бдительность пиши пропала. Вис.
команда будет вводить мяч из-за боковой линии. Очень органичная атака, еще одна передача. Легко обыграл, как чучело. Манчестер Сити будет подавать угловой. Мне показалось, соперник и сам не ожидал, что мяч так легко к нему попадет. Самир Насри. Да, это был удар на удачу. И он блокирует удар. Адамский. Уолкот. Уилшер. Подолски. Ну а партнер кому отпасует? Бей! Получает мяч игрок штрафной соперника. Нащупывает брешь в обороне соперника. Первый тайм игры завершен. Перерыв. Даже как-то убаюкали команды нас в первой половине встречи. И не очень охота сейчас фантазировать, а что будет во втором тайме. А может быть, это и не надо. Если они нас вот так и будут баюкать, то мы следующую трансляцию. Ну что, идет второй тайм. Ничья. Замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру. Продолжится матч с удара по мячу футболиста Манчестер Сити. Самир Насри. Реши. Похоже, атаку трудно будет остановить. Ух. Сколько голов мы помним после ввода мяча из аута. Есть у меня ощущение, что может быть гол. Молодцы. Бились, боролись, забили. Продолжает команда атаку развивать. Думаю, надо бить и забивать. Ты смотри, в предыдущей ситуации он свистит, здесь он молчит. Так это намного более такая ситуация, да, где... Надо бы. Да. Странно. После удара Лескота мяч далеко от штрафной. Это аут, господа. Тренер пытается добавить свежих сил. Свежего взгляда может быть. Вот и выходит новый игрок. Адовский. Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, конец всего лишь атаки. Сильва. Самир Насри. Вот передача. Манчестер Сити продолжит атаку с подачей углового. Сразу не поймешь, у кого мяч. И вот удар головой. Потащил один удар, но может быть и второй. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращен удар. Замет Насри. И вот он перехват и возможность уйти в контратаку. Подавай же, уже угловой флажок рядом. Хороший пас. Защита на высоте. Я Туре. И не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Уилшер. Хороший отбор.
И посмотрим, что удастся теперь противоположной стороне предпринять. Адалски. Агуэра. Сильва. Молодцы защитники. Всегда так бывает. Атакуют красиво, а разрушают как-то вот прозаически. Но это футбол. Подает штрафную. Есть то, чем быть недовольным. Разумеется, можно было, наверное, и промолчать. Но, вы знаете, это внутрикомандная кухня, и не нам, наверное, в нее лезть. Готов игрок команды, силящийся отыграться, вступить в бой со свежими силами. Отбивает мяч. Можно просто крикнуть «Опасно!». Ну вот и все. Браво, голкипер. Несколько раз подряд выручал команду и, в конце концов, выручил окончательно. Неточный пас или защита сыграла здорово. А вернее всего и то, и другое. И вот теперь не доходит удар до ворот. И, наверное, будет кросс сейчас, то есть поперечная передача. Думаю, надо бить и забивать. Чтобы поймать этот мяч, вратарю надо чуть-чуть выйти вперед. Подолжки. Много сулила эта атака, много. Но, как видите, улыбнулась и упорхнула куда-то. Ну же! Если он будет получать подобные позиции, если он будет бить по воротам, то рано или поздно забьет еще. Футбол такая игра, когда количество переходит таки в качество. Но должен, безусловно, потому что он очень активен, видите, все время на мяче. Не выдержал напряжения, пульнул куда попало. Так, на поле выходит новый игрок. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Думаю, надо бить и забивать. Вот это страсть, а вот это страсть. Пенальти по боку абсолютно дадут, дадут. Иду, оторву ногу, выбью мяч и больше ничего. Интересный поединок, в котором команды порезвились изрядно, заканчивается со счетом 2-1. Кто знает, может быть, в этой игре пара комбинаций таких прошла. Это помимо счета, который...